привет, зритель. Если тебе нравится мое творчество, если ты на меня подписан давно, либо недавно, короче, ты от меня тащишься, то у тебя появился шанс приобрести какую-то вещь, созданную мной лично. Смотри, какая акварелька. Нежненькая акварелька. В 2004 либо 2003 году свояная. Ну, там вообще такая малюсенькая подпись в уголочке. Деревянная рамочка. Стеклышко. Нежная акварелька. С перышком, книжечкой. Фиговинкой, желтыми цветочками, птичками, небом, водичкой. И все это на берегу. На берегу речки. А ты, если древний мой зритель, то, возможно, видел ее, имел честь ее лицезреть. Но ты можешь пересмотреть эти ролики, либо посмотреть внезапно впервые в жизни те, которые еще с Миханки. Там несколько было роликов, возможно, оно засветилось она. В ролике моей библиотеки или что-то такое СМР. Возможно, просто засветилась еще. Возможно, даже попала в кадр в обзоре моей квартиры на Миханке. Честно, не помню. Может, там у меня было два обзора моей квартиры на Миханке. Вот в этом году я сняла второй обзор этой квартиры в Цветочном по просьбе трудящихся совсем недавно. Вот можешь ее повесить на гвоздик. Будет тебе счастье. Можешь поставить куда-нибудь. Можешь, ну, не знаю, прилепить еще куда, прибить там или еще как-нибудь. Ну, тут, короче, есть дырочка под гвоздик в деревяшечке. Счастье тебе обойдется в 2500 рублей. Будь. Не считая доставку почты. Так, и вторая. Она побывала у меня на выставке в каком-то году в ДК. Молодых художников, по-моему. Домик со спичечный коробочек. Зима. 2008 год, скорее всего, созданной. Ну, вообще там, в принципе, 2009, да, 2009-09. I will forever, ну, в смысле, ЛК моя подпись. И 09. Деревце. Домичек. Птички, солнышко. На горе все такое растет, стоит. Акварелечка. Тут, кстати, подпись моя Косарева, потому что оно было на выставке. Акварельная бумажка. Акварельная акварель. И она тоже стоит 2500 рублей. Кстати, ты ее можешь привесить точно так же. В принципе, тут вот рамочка такая, я не знаю, как ее вешали там в этом ДК. Видимо, с двух сторон, ну, вот так, наверное, она как-то не покатит. А вот так больше. Но она была тоже у меня на Миханке висела, картиночка. Ну, а если ты решишь сразу две, то скину косарь, за 4 отдам. Ну, доставка, конечно, тоже за твой счет. Может, ты тут местный где-нибудь так лично в лапы передам, или реши сюда приехать в гости, я тебя выгуляю, чаем напою. Может, что даже задарю. Может, даже видео с тобой запишу, если захочешь. Ну и как бы, вот. И да, зритель, помнится, когда-то люди просили меня обзоры моих рисунков на камеру. Ну, те самые, которые справа от меня по борту, они еще не обозрелись. Но у меня же не только там рисунки. У меня еще есть рисунки. И не только вот эти рисунки. А еще зрители просили уборку на камеру. Сам процесс. Ну, практически два в одном. И местами там даже мурашки можно словить. Такой ролик длинненький будет. И если захочешь, ты можешь его посмотреть. Он будет как раз вот после этого ролика. Такие дела. Так что вот смотри, зритель, тут лето у нас, а тут зима. Разные года написанные Лёлечкой, то бишь мной. Если хочешь, можешь приобрести. Пока! Не забудь поставить палец кверху.